Аварию, в которой погибли 5 политологов, могли подстроить. Следствие нашло доказательства умышленного убийства. Об этом сказано в решении Печерского райсуда столицы. Его опубликовали в едином реестре судебных решений. Правоохранители установили, что водитель грузовика мог специально столкнуться с авто, в котором ехали политологи. Кроме него, причастным к этому преступлению может быть еще один человек. Доказательства этого следователи еще пытаются собрать. Впрочем, в прокуратуре столицы сообщают, умышленное убийство только одна из версий. Авария, напомню, произошла утром 6 сентября в Ривненской области. Легковая машина якобы выехала на встречную полосу и не разминулась с грузовиком.